С началом войны Сару постигла участь большинства бессарабских евреев. Она была лишена своего дома, изгнана из родного местечка и была подвержена пятимесячному маршу смерти, во время которого она потеряла родителей, брата и сестру, и сама была обречена на верную смерть, но выжила. Пришли к нам румыны, пошли их встречать хлеб с солью, но они, как сказать, кто пошел, рави наш, этот Шохтем, как... В общем, религиозная, так их сразу начали бить, бороды вырвали, в общем, и тут же из сел жили молдаваны и украинцы. Так они уже пустились по домам и начали грабить. Грабить и убивать. Над нами издевались очень румыны. Каждый, особенно вечером, они пришли и выбрали самых молодых девушек, изнасиловали, били нас. А вот эти молдаваны и украинцы пришли, видели там платье или что-нибудь хорошее. Мне это нравится. Там жандармы стояли, нас охраняли. Так мне нравится вот это. Так этот жандарм. Где справка по-румынски? Раздевай! Раздевай и отдали это все. После этих четырех суток нас объединили с того конца и нас, всех, в общем, и начали гнать. Мы начали нашу, как сказать, прогулку, что она 4-5 месяцев по декабрю, декабрь в том числе. Так нас один раз прогнали, да, что еще, как будто бы по заказу было. Каждый день мы по 25, по 30 километров, безусловно. Как? Ногами. Пешком. Пешком ходили. В 1945 году в Касаутском лесу были раскопаны две братские могилы, в которых обнаружили 6000 трупов. Большинство жертв были раздеты, многие изувечены, многие похоронены заживо. Так нас прогнали в один лес. Касаутский лес называется. Касаутский лес. И там мы были несколько недель, по-моему. Там приехали румынские жандармерии и их шеф-де-пост. И выбрали самые молодые парни, в том числе мой братик, 18 лет. И более пожилые, 40-50 лет. И забрали их, сказали, что их берут на работу на несколько дней. И они вернутся. И не вернулись. Не вернулись. В общем, а потом, когда мы уже пришли из гетто, так эти, что жители этого сказали, что земля с ними тряслась. Их живыми закопали. А потом гнали нас дальше. Гнали, есть местечко, была, ее уже нет, конечно, сейчас.
Вертужана. Вертужана. Это еврейское тоже местечко, но там уже жителей ни одного не было. Все дома были уже пустые. Так нас туда поселили по 20, по 30 в одну комнату. И, конечно, без ничего. Просто так, на полу. Тут была одна семья, тут была одна семья, в общем-то. А нас, молодых, мне было тогда 21 год, гнали шоссе, я там строила. Мы там пробыли 6 недель. А потом уже формировали колонны. 1500 человек в одну колонну. Посчитали, и если тут остался муж или жена, или дети, никакого внимания. Отсчитали 1500, все, гнали дальше. Всю осень, вплоть до начала зимы, бессарабских и буковинских евреев гнали вдоль Буга в Бершец и другие лагеря. Все дороги были пройдены пешком. Приходилось бороться с зимой, которая в том году была суровой. С наступлением декабря во многих гетто и лагерях Винницкой области вспыхнули гибельные эпидемии. Так Сара дожила до 1944 года. В 1944 году Сара получила первое известие о своем муже. Мой муж, я же была уже замужем, так мы в октябре 40-м женились, а в июне началась война 41-го, 7 месяцев, в общем, прожили, и его с первого дня взяли в армию, и мы не знали друг о друге. А он узнал, значит, что освободили уже наши края, так он написал письмо в Ирии и спрашивал, что случилось с семьей Кетросер, куда мы делись. Ну, там, конечно, полевая почта, номер такой-то. В общем, мы связались уже корреспондентом. Он был контужен, он был ранен. Тут, в общем, он страшно болел. Он приехал с малярией. Он все время, вот эти 7 лет, что мы были вместе, он болел. И Бесов, он, конечно, скончался в 54-м году. Осталась я и дочка 7 лет. Она пошла в первый класс в сентябре. 1 сентября пошла в школу, 29-го он скончался. Я осталась с нее без средств. Тяжелые очень годы были после войны. Нелегко далась Саре жизнь после перенесенных войну страданий и потерь. Пелена грусти покрывает ее глаза при воспоминании о муже, слишком рано ушедшем из жизни. Но тихим светом сияет ее лицо, когда она рассказывает о своей дочери, о 3 внучках и 4 правнуках, и о том, что одна из правнучек идет в израильскую армию. Вот это моя жизнь. Тяжелая, очень тяжелая жизнь была у меня. Очень.